Возгорание в драмтеатре произошло около 7 часов вечера прямо во время спектакля. На тот момент в зрительном зале находилось более 400 человек. Татьяна Федотова с мужем оказались в их числе. Мы сидели, смотрели, и тут вроде как девушка выскакивает, ну и парню кричит: «О, пожар!» Ну и мы видим, вся сцена загорелась. Сначала шторина загорелась полностью, ну и потом люди уже начали эвакуироваться. Мы сначала все выбежали на первый этаж раздетые, вот, потому что там было на четвертом этаже дышать нечего. Там загорелись, получается, перекрытия, и вот перекинулся быстро пожар как бы на декорации. Да. Зрители закричали: «Пожар!» Вот. Вначале подумали, что это часть спектакля, но, как оказалось, действительно там все полыхает. Сильные клубы дыма повалили со всех окон четвертого этажа здания. Видимость в помещении была из-за сильного задымления практически нулевая. Одни сотрудники Иркутского драмтеатра начали эвакуировать людей, другие помогали тушению пожара. К приезду пожарных сотрудники театра самостоятельно сумели ликвидировать очаг возгорания. Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются, жертв и пострадавших нет. Точную причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. Владимир Пиханов, Александр Мокин. Новости сейчас.